куратор русского архипелага в Гран-Пале на ярмарке «Ревелясьон» в Париже. В этом году я отобрала работы 6 художников, работающих с различными материалами. Что мы знаем о России? Россия – страна сложная, парадоксальная. Огромная территория, простирающаяся между Европой и Азией, находящаяся под влиянием порой противоречивых порывов, смешение народов, религий, традиций, характеров, климатических зон. Это страна, где терпение, добродетель и зло одновременно, и человек велик и мал, где понятие невозможного неприменимо, где такое явление, как душа, необходимая составляющая для полноценного существования. Поэтому погружение в творчество современных авторов во всем разнообразии форм самовыражения является попыткой дать частичный ответ на вопрос о сущности России. Если мы примем во внимание то, что жизнь в России есть жизнь под постоянным давлением, то вовсе не случайно энергия силы, сопротивления, порой молчаливого, питает русских художников и выплескивается в их работы. Меня зовут Денис Милованов. Я художник, делаю объекты из древесины, из цельных стволов дерева, выпиливаю бензопилой. Свое творчество вообще все свое творчество идет от вдохновления русским севером. Меня очень сильно это все будоражит. Почему именно русский север? Потому что там никогда не было крепостного права, люди жили вольные и довольные. Это все отражалось на их культуре. Они были большими путешественниками, мореходами, мореплавателями. Вот, соответственно, везли к себе и как-то это интерпретировали в своем искусстве, в своем творчестве. Maria Kashenkova, I'm an artist. I do sculptures and installation. I work a lot with glass, so glass is my main media. I'm from St. Petersburg, from Russia, and I live in Copenhagen now, in Denmark. So for my background as an artist, I think it's played a role that I moved to Scandinavia because it's a very dramatic change from Russian, from concept of Russian lifestyle and Russian art. It's very minimal. And Russia is excessive and dramatic. So for me, I think as far as that two parts are important because this inner drama, which important for me, face this style and very minimal concept of Scandinavian art. And I, when I reflect now, I think that's important for me as far as. My name is Dmitry Shabalin. I'm an artist. I create masks and I've started doing it 3 or 4 years ago. Before I've been working as a fashion editor of Numero magazine and interview magazine in Russia. Basically, I'm from the Perm region. It's in the middle of Russia. It's Ural Mountains, and from the very small city called Bereznicki. And I've been studying in a regular school, like all the normal people. And after, I moved to Moscow to study journalism at Moscow State University. Basically, it was born. I don't know how it happened. I just was at my place, at my mom's place, in Bereznicki as well, and I found lots of my toys from my childhood, and I felt very like I didn't want to throw them away, and I loved them, so I decided to create something new, and started to glue them between themselves. And after, I've been sitting on the floor and decided just to put it on my face. So I felt something very special and new for me. So, and I decided to start create masks. So, and after I've been studying the shaman traditions of my region, and it was very interesting. And I've been visiting lots of caves where they lived. And so I decided to start something new and interesting, like in the history of masks, I mean. Because before it was created and made of wood and of stones, and I decided to create them of my childhood toys.
Меня зовут Асия Бареева, я родилась в Москве, занимаюсь дизайном одежды. Всю свою жизнь я посвятила поиску себя, наверное, и мой поиск остановился на тканях. И посредством ткани мне удается реализовать свои внутренние фантазии. Этот материал для меня как полотно, как кисть художника, то есть это как краска. В своих работах я часто использую традиции разных народов, и меня вдохновляют разные культуры. Первоосновой для меня является, конечно, моя приверженность к исламу, и поэтому это, несомненно, накладывает свой налет. Но помимо ислама есть и много чего другого. В своей одежде я использую разные культуры, в том числе японскую, русский национальный костюм, европейская одежда, современная, то есть это все вместе. И основополагающей вуалью это ислам является, так как это все покрывается налетом моего выбора духовного. Сейчас я даю предпочтение занятию керамики. Это раскрыло меня как и художника, и раскрывает как художника и как человека, как душу. В этом созерцательном процессе я нахожу себя. Здравствуйте, меня зовут Колосовская Мария, я из Москвы. Последние годы занимаюсь керамикой. Мне нравится терракота, это такой очень теплый материал. В своих работах я смешиваю традиционный стиль русский и технику русскую, и современные формы. Свои работы покрываю молоком или кашей, а затем покрываю их воском. И получается такой эффект под дерево, довольно традиционный. То, что меня захватывает в керамике, это взаимодействие моего внутреннего состояния и стихии. Как огонь, обжиг, он трансформирует объекты, и это что-то невероятное.